Много жизненных вопросов, тем решив, что все пустяк, жил когда-то грек-философ, поразительный чудак. Он ходил, как жалкий нищий, полунак и босиком, и питался грубой пищей, сыт был брошенным куском. В бочке жил, лучами солнца освещаем и согрет. Он героя македонца, покорившего весь свет, и царя, и полубога гордой просьбой удивил. «Отодвинься, брат, немного, ты мне солнце заслонил». О, давно минувшее лето, незапамятная старь, днем при полной силе света Диоген зажег фонарь. И в толпе народа шумной он идет, кругом глядит. Ищешь ты кого, безумный? Человека, говорит. Строгий циник видел грека и в хитоне, и в плаще, но не видел человека и искал его вообще. И если б шел он век из века, вплоть до нынешних времен, то до ныне человека все искал бы Диоген. Не тот святитель настоящий и добрый пастырь душ земных, кто облачен в покров блестящий, в сияние камней дорогих, кто проклинает жизнь людскую, а сам тельцам служить готов, кто любит сан и честь мирскую, и преклонение голов. Но тот, кто саном незаметный, проклятием не разя наш слух, огнем любви новозаветной скорбящих возвышает дух, чья жизнь не ветошь, но обнова, кто сердцем понял смысл креста, и в соке мысли, в пище слова дает нам кровь и плоть Христа.